ты гость. Папка говорит, что с гостями надо быть вежливым. Мама сказала, что я буду помогать ей с козами. И тебе доброго дня, друг. Да встретишь ты смерть с мечом в руке. Если ты хочешь вступить в Легион, поговори с Рикки. Если же нет, не попадай в неприятности, а то закончишь как Рогвер. Делают с дядей Рогвером. Скажи им, что он не виноват. По местам. Свари, иди домой. Иди домой и сиди там, пока не придет мама. Скажи. Давай уже. Дядя мерзавец, который предал своего верховного короля. Чем раньше она узнает правду, тем лучше, Адвар. Ты сама доброта, Вивьер. Рогвер. Ты помог Ульфрику-буревестнику бежать из города после убийства верховного короля Торука. Открыв для Ульфрика ворота, ты предал народ Солитьюда. Не заслужил он последнего слова. Не было никакого убийства. Врешь! Ульфрик бросил вызов Торугу. Он победил короля в честном бою. Такова наша традиция. Таков древний обычай Скайрима и всех нордов. Долой! Долой! Сегодня я иду в Совнгард. Я ожидал большего. По делам ему. Нам такой мусор не нужен. Можешь обращаться. Это точно попадет в мою главу Эдды. Кажется, все закончилось. Мне казалось... Впрочем, это не так уж важно. Боги мои, Рог, ты же был таким хорошим. Как ты неправильно. Говорят, что я получила эту должность только потому, что мой кузен – император. Полная чушь. Я добилась всего сама. Он даже не соизволил приехать на мою свадьбу.
Добро пожаловать в смеющуюся крысу, друг. Ну, в детстве у меня был ручной злокрыс, и он вроде как умел смеяться. Тогда-то они были помельче. Хорошо, она твоя на день. Варни Юний заходил сюда по пути в замок. Он был чем-то обеспокоен. Фолк Огнебород наверняка знает, чем именно. Одна из самых любимых мною. Магия? Все знают эту прекрасную. Ты не в той легенду. Части Скайрима. Тебе нужно в Винтерхолд, там есть коллегия. Они учат магии. Или иди к волшебнику Ярла. Но я не советую. Я слышал, что Джарира часто ходит в районе колодцев, ищет новых помощников. Честь прежде всего. Говорят, будто возле Синего дворца по улицам бродит человек. Кажется, у него что-то стряслось, но он ничего толком объяснить не может. Думаю, коллегия бардов как раз принимает новичков. Поговори с Виармо, директором коллегии, если тебе интересно. Питье для жаждущих, пища для голодных. Я покажу тебе твою ку... Сюда. Это ода в честь несгибаемых защитников Скайрима, имперцев. За юность мы пьем, прошлым дням наш почет. Скоро век произвола совсем истечет. Побьем, братьев бури, землю нашу вернем. Защищать край родной будем мы день за днем. Сдохни, Ульфрик! Изменник лихой, как ты сгинешь, так будет у нас пир горой. Мы скайримские дети, битва нам словно мать. Нас Сомгард ждет светлый, каждый рад жизнь отдать. Но прежде очистим мы отчизну свою, не уступим мы наших надежд воронью. Сдохни, Ульфрик, изменник лихой, как ты сгинешь, так будет у нас пир горой. Мне нравится делать луки. Сложно и временами даже немного скучно. Но хорошая стрела разит врага подобно молнии гневливого бога. А, еще одно новое лицо. Видишь ли, я из Хаммерфелла. Мне никак не упомнить всех, с кем я знаком. Где видели дракона? Мы слыхали рассказы о смерти и огне с небес. А так-то новостей нет. Тогда скоро мы будем стрелы на вес продавать. Мечом дракона не одолеешь. Верно подмечено. Но в Сальтьюде я надолго. Мастерство Фиады держит меня здесь. Хочу научиться делать луки. Но я еще многого не видел в Скайриме. Говорят, есть город Виндхельм, который совсем белый от... Как это называется? Ах да, снег!
а на западе лежат руины Вольскиге. Внутри, говорят, есть стена, черная как ночь, и она разговаривает на древнем языке драконов. Тут есть такие чудеса, в которые я бы никогда не поверил. Всегда приятно поболтать с другим путником. Здравствуйте, слушаю. Я декан истории и еще каллиграфии, если находится свободная минутка. Что ж, я именно тот, кто сможет тебя научить. Займусь, пожалуй, бумагами. Моя должность декан истории касается широкого спектра предметов. Я учу стихосложению, каллиграфии, истории и утонченным придворным манерам. Что ж, я именно тот, кто сможет тебя научить. Прощай. Да? Правда? Ее выбор пал на тебя? Надеюсь, она знает, что делает. Значит так, я могу пронести кое-что для тебя внутрь посольства. Даже не пытайся пронести с собой еще что-нибудь. У талморских стражников нюх на это. Дай мне то, без чего не сможешь обойтись, и я пронесу это в посольство. Остальное за тобой. Ладно, я пронесу это в посольство. Мне пора идти. Я тебя найду на приеме, не волнуйся. За юность мы пьем, прошлым дням наш почет. Скоро век произвола совсем истечет. Ладно, что мне понести?
Побьем, братьев бури, землю нашу вернем, защищать край родной будь. Дайте монетку ветерану. Ну что вам стоит? Это меня не интересует, Джай. Повторяй, сколько хочешь. Подумай еще раз. Ты торчишь в этом баре и теряешь такие... Не так уж плохо быть старым. Дочка меня кормит, и работать уже не надо. Ты здесь недавно. Я тоже. Думаю, мы сможем подружиться. Ты в Солитьюде проездом? А ты не против немного заработать, нет? Найти вещи на продажу проще простого. Есть вещи, которых никто не хватится. Давно забытые под землей или просто... разбросанные по чему-нибудь дому. Спорим, что мы с тобой очень похожи. Почему бы нам не пойти дальше? Мы могли бы помочь друг другу. Я и моя сестра Диджа охотимся за сокровищами. Мы любим собирать разные вещи. А, я знал, что ты поймешь меня. Из-за войны в порту сейчас настоящее оживление. Сюда приходят корабли с оружием и деньгами, но экипаж на них обычно небольшой. А эти корабли проходят через опасные воды. Есть один корабль, который нас особенно интересует. Бегущий по льду. Он войдет в гавань, ориентируясь на маяк Солитьюда. Но если огонь погаснет, бегущий по льду обязательно сядет на мель. Какая интересная мысль. Думаю, если бы кто-то провернул такое дельце, ему причиталась бы немалая часть добычи. Да, если кто-нибудь погасит огонь на маяке и затем встретиться со мной в доках, я с радостью укажу ему, куда направляться за добычей. Не волнуйся о них. Мы сделаем так, что их немедленно спасут. Возможно, они даже заплатят нам за чудесное спасение. Пока ты не выполнишь свое задание, нам лучше говорить как можно меньше. Все в порядке?
Глотнуть бы сейчас доброго меду. Сразу стало бы теплее и веселее. Да благословят тебя 8 богов. Чем могу служить? Вижу, тебя что-то гнетет. Ты здесь в поисках совета? А, да. Когда-то тут был алтарь Талоса. Но поклонение Талосу было отменено конкордатом белого золота. Это мирный договор, которым закончилась война с эльфами Альдмерского доминиона. Доминион объявил обожествление Талоса ересью. Талос был великим человеком и великим императором. Но это не делает его богом. Как бы братья Бури этого не хотели. Сильные и благородные всегда благословенны в глазах Восьми. Я, великий жрец Восьми богов, приветствую тебя. Присаживайся. Не думай, что торговаться, как с этими проклятыми лавочниками. Я нашел кость. Я принес ее тебе, но мне по-прежнему отказывают. Прошу, смилуйтесь над старым безумцем. Мой господин покинул меня, покинул своих людей, и он остается глух ко всем моим словам. Теперь он даже не хочет меня видеть. Говорит, я мешаю ему отдыхать. Так много лет прошло. Ты поможешь нам? Когда я видел его в последний раз, он отправился навестить друга в Синем дворце. Но Ярл слишком пресный человек для него. Нет, к нему бы он не пошел. Он направился в запретное крыло дворца, чтобы поговорить со старым другом. Сказал, что они не пили вместе чаю уже пару сотен лет. Ах да, тебе понадобится бедренная кость. Она очень важна. Без нее в крыло Пелагии не войти. Ты не понимаешь. Без него я не свободен. Без него я обречен. Вся его империя погрузится в хаос. Без него наша земля разваливается на куски. Север воюет с югом. Священное пламя угасает. Он должен вернуться. Но наверняка он наградит тебя, когда придет в себя. Его расположение — это великий дар. Он стоит любых неприятностей. Он в крыле Пелагии, в Синем дворце. Двери туда заперты, и только Фолк Огнебород может тебя пропустить. Но я слышал, горничные Уна и Эрди ходят туда убираться. Наверняка они помогут тебе туда пробраться. Он один из великих, но его редко славят. Он правит 2 империями, что простираются вширь и вдаль по нашему сознанию. Все его знают. Но немногие назовут его имя. И он запретил мне называть его имя. Он говорит, что это его отвлекает. Горе тем, кто вызовет его гнев. Но ты его узнаешь, когда увидишь.
Это он сделал меня таким. До встречи. Добрый вечер. Я Пантея Атея, мастер-вокалист. Добро пожаловать в коллегию бардов. Я директор этого заведения. Чем могу помочь? Всегда рад встрече с будущим бардом. Знай, что в коллегию пытаются попасть многие, но мы принимаем лишь лучших. Когда есть возможность, мы просим соискателей выполнить для коллегии некое задание. И сейчас у нас как раз есть задание, подходящее для барда. Элисив запретила сожжение короля Олафа, праздник, который проводит коллегия бардов. Нам нужно убедить ее передумать. Для этого я хочу прочесть ей песнь о короле Олафе. Часть поэтической Эдды, живой истории Скайрима. К сожалению, песнь утрачена много веков назад. Да, Жиро, хранитель нашей истории, полагает, что часть Эдды, касающаяся короля Олафа, до сих пор сохранилась в упокоище. Принеси эту поэму мне. По правде говоря, немного. Никто не ожидал, что они когда-нибудь вернутся. В библиотеке Жиро Жемана есть книги о драконах, если интересуешься. Как тебе должно быть известно, верховный король Торук, муж Элисив, недавно был убит. Элисив тяжело переживает утрату. И праздник, на котором сжигают чучело короля, показался ей неприятным. Я пытался убедить ее, что праздник проходит уже не одно столетие и прославляет дух Солитьюда. Но мне нужны доказательства. Я думаю, что песнь о короле Олафе станет именно таким доказательством. Думаю, Жиро лучше других сможет объяснить тебе и это, и историю песни о короле Олафе. Поговори с ним. В письменной форме. Желаю удачи в поисках. Без музыки так скучно. На. Думаю, все будет в порядке. Ильди, в каком году Альдмирский доминион вторгся в империю? В конце 171 года. Хорошо, Ильди. Продолжай впитывать в себя историю. Йорн, чем примечателен Красный год? В Моровинде произошел большой взрыв. Произошло извержение Красной горы в Вандерфелле. Постарайся отвечать точнее, Йорн. Помните, что для барда важна не только музыка. Приятно встретиться с талантливым бардом. Так значит, он отправил тебя на поиски песни о короле Олафе? Это хорошо. Нечего ей там валяться, раз я теперь вычислил, где она лежит. Эта песнь была вкладом Свакнира в поэтическую Эдду, живую историю Скайрима. Каждый бард в течение своей жизни что-то вносит в Эдду. Да, и очень древний ее фрагмент. Ее написал современник короля Олафа, очень недовольный его правлением. Король был так оскорблен, что приговорил барда к смерти и повелел сжечь все копии песни. По крайней мере, мы так думали, пока я где-то год назад не перевел кое-какие древние тексты. Теперь мы считаем, что король Олаф похоронил правду о себе вместе с тем самым бардом. И если я прав, Свакнир и песня о короле Олафе до сих пор лежат в упокоище, рядом с погребальным залом самого короля Олафа. Будь осторожнее, в упокоище ты можешь найти не только песнь о короле Олафе, но и кое-что похуже. Верю, что ты вернешься с песнью о короле Олафе.
Я декан лютни в коллегии бардов, и частных уроков я не даю. Моя должность декан истории касается широкого спектра предметов. Я учу стихосложению, каллиграфии, истории и утонченным приборным манерам. Крепкая палка, чтобы бить учеников по рукам. Ты тут недавно, да? Добро пожаловать в коллегию бардов. Это что-то вроде музея музыки. Только между нами. Мне кажется, что в коллегии меня недолюбливают. Это будет героический эпос о последней битве Хога. Убийцы нервов. Думаю, все будет... Нужно что-то? Только не опаздывай. А тебе что-то нужно? Самый младший бард в коллегии к твоим услугам. Я сделаю для тебя все, что смогу. Хочу закончить обучение и поступить в легион. Мои барабаны поведут войска к победе. Учиться игре на барабанах у Виарму – большая честь. Мне есть чем гордиться. Мы поем о деяниях королей и королев, об их политике, да? Но знаешь, кто на самом деле творит историю? Человек, который ее записывает. Прощай, странник. Хорошая история на 9/10 состоит из реальных фактов и лишь на 1/10 из вымысла. А мне кажется, что в большинстве историй все как раз наоборот. Что, правда, можно просто выдумывать? Это как-то неправильно. Читай внимательно. Ты поймешь, как можно передавать суть правдиво Ильде, даже если выдумывать все остальное. Прошу прощения, но надеюсь, вы продолжаете работу над своей поэмой о классических героях Скайрима. Да, профессор Жеман. Это будет героический эп. О последней битве Хога. Убийцы нервов. Думаю... Только не опаздывай.
Вообще говоря, может это... Если тебе нужны оружие и доспехи, иди к Бейрунду в мрачный замок. Он очень хороший кузнец. Говорю же, Ульфрик собирается напасть на Вайтран. В таком случае он сумасшедший, у него нет людей. Мои разведчики докладывают другое, генерал. С каждым днем под его знамена встает все больше людей. Рифтен, Данстар и Винтерхолд его поддерживают. Какие знамена? У бунтовщиков нет знамен. Называйте как хотите, генерал, но он будет брать Вайтран. Ярл Балгру. Балгруф отказывает легиону в праве размещать войска в его городе. С другой стороны, он не признает и Ульфрика. Что ж, если он хочет остаться без имперской защиты, его право. Пусть Ульфрик разграбит его город. Генерал! Ваш народ и ваши проклятые ярлы. Генерал! Норда нельзя заставить принять помощь, если он о ней не просил. Если Ульфрик выступит на Вайтран, мы должны оказаться там раньше. Подготовьте еще одно письмо с обычными расшаркиваниями. Но в этот раз поделитесь данными о планах Ульфрика. Приукрасьте, если нужно. Выставим все так, будто это его идея. Да, генерал. Норды, их проклятое понятие чести. Генерал. Есть что доложить? В замке что, патрулей нет? Почему тут кто попало разгуливает? Что тебе здесь нужно? Неужели? А, конечно. Я тебя по Хелгену помню. Ты из приговоренных, если я правильно помню. Хадвар жив? Надеюсь, это правда. Он солдат, что надо. Но он пока не вернулся, так что подтвердить твой рассказ не можем. Поговори пока с легатом Рикки. Пожалуй, нам может пригодиться твоя смекалка. Немногие выжили в Хелгене. Кроме того, я уверен, что тебя посадили под замок по ошибке. Генерал! Ялмарк, важная буферная зона между войсками мятежников и столицей. Ульфрик непременно попытается прорваться через нее. Есть что доложить? Ты из выживших в Хелгене? Генерал Тули мне все рассказал. Немногие уцелели. Ты мне почему-то нравишься, а это не так часто бывает. Воины должны доверять своим предчувствиям. Обойдемся на этот раз без обычных процедур. Я приготовила небольшую проверку. Пройдешь? Поговорим о твоем зачислении в легион. Проверка твоих качеств в боевых условиях. Я отправлю тебя на зачистку форта Хракстад. Если выживешь, примем. Если умрешь, твой труп мне не понадобится. Древние построили множество крепостей по всему Скайриму. Увы, большая часть из них лежит в руинах. И практически везде кишат разбойники и прочие сомнительные личности. Форт Хракстад – один из немногих более-менее сохранившихся. Мы хотим разместить там гарнизон. Но вначале нужно очистить его от бандитов. Это твоя задача. Да, это проверка. Не думаю, что ты годишься только в ополченцы.
Я хочу оценить твои способности. Хорошо. Рада слышать. А теперь за дело, солдат. Мы должны и выбить Ульфрика из Виндхельма, а после этого мне принесут его голову на блюде. Если тебе нужны оружие и доспехи, иди к Бейрунду в Мрачный замок. Он очень хороший кузнец. В чем дело? Ты прямо как я, а? Не любишь эти неповоротливые двуручники? Подайте мне. Когда-то я был капитаном корабля «Серебряный хищник». Отец, вот все, что у меня было. Я ужасно горевал. Я всего пару... А теперь моя семья. Но уже научился не попадаться под руку капитану Сафии. С тех пор, как я стала частью команды, я видел столько всего интересного. Никогда бы не подумала, что смерть может быть такой разной. Забудь. Остальная команда посмеивается над моей любовью. Все, что мне нужно для счастья, спокойное море словах зависть. И хорошая книга. Говорят, в Виндхельме остановился Адонато Леотелли. Я читал несколько его книг. Вот было бы здорово с ним познакомиться. Все в порядке? То, что нужно пронести в посольство, уже у Мабборна? Хорошо. Вот твое приглашение на прием. Но ты сможешь пройти через охрану, только если они поверят, что ты действительно из приглашенных гостей. Это значит, что тебе нужно одеться соответственно и не тащить с собой целый арсенал... Тревога! Что-нибудь.
Даже и не знаю, что сказать. В жизни такого видеть не доводилось. И не поверишь, пока своими глазами не увидишь. Тебя не пустят на прием в Талмарском посольстве в таком виде. Ладно, пусть будет так. Сойдешь за обычного гостя. Ну, пока рот не откроешь, конечно. Ну что, пора садиться в экипаж и ехать в посольство? Не бойся. Все тебя дождется здесь, в целости и сохранности. Главное, вернись живым и с уловом. Удачи. Ты слышишь? Эй! Еще кто-то опаздывает на вечер у Эленвет. И какой шикарный экипаж, надо же! Мое почтение, господин. Я опоздал исключительно из-за того, что заблудился в этих богами забытых горах, а не потому, что хотел опоздать. Я предпочитаю приходить пораньше, часто за день до праздника, чтобы уж точно выпивку не пропустить. Пожалуйста, после вас. Маловато народишко пить стал, правда? Я отдохну немножко. Хоть тут ты чертовски... Добро пожаловать в Талмарское посольство. Боюсь даже думать про дорогу. Ваше приглашение, пожалуйста. Благодарю, господин. Проходите. Итак... Вот мое приглашение. У меня нет отравленного кинжала под одеждой. Эцетера, эцетера. Такова моя работа, господин. Все в порядке? Добро пожаловать, господин. Да-да, теперь нужно немедленно выпить. Гостям рекомендовано не покидать посольство. Внутрь, друг мой, внутрь! Там холодны только женщины и напитки. Что тут надо сделать, чтобы тебе налили? Добро пожаловать. Мы, кажется, не знакомы. Я Элен Вен, посол Талмара в Скайриме. А вы? Не беспокойтесь. На моих приемах всегда подают лучшие блюда и напитки, доступные в этой стране. Но вначале стоило бы представиться. Прошу вас, расскажите о себе побольше. Что привело вас в эту... в Скайрим? Что случилось, Малборн? У нас закончилось вино Алта.
Вы разрешите мне открыть орентийское красное? Конечно. Я же просила не беспокоить меня такими мелочами. Да, госпожа посол. Прошу прощения. Мы еще познакомимся поближе. И мы снова заживем. Прошу вас, отдыхайте. Не могу не согласиться. Кстати, вы не слышали ничего интересного в последнее время? Вы не бывали в Роликстеде? Даже в самые суровые зимы урожаи у них замечательные. Даже когда все другие фермы еле сводят концы с концами, в Роликстеде всегда отличный урожай. Это удача? Благословение богов? Кто знает? Надеюсь, вам все нравится. Я многому могу научиться у людей в этом зале. Мы снова заживем. Империи повезло, что в эти трудные времена ее поддерживают далмарцы. Верно? Говорят, маги... О, привет. Не думал, что тебя здесь увижу. Да, тут просто роскошно. Эленвен всегда подает самое лучшее вино. И угощение на славу. Хотя, честно говоря, в компании стольких богатых и важных особ мне становится слегка не по себе. Мои слуги о вас не забывают. Не смею задерживать. Весьма. Благодарю вас. Отлично. Если я вам понадоблюсь, зовите. Империи повезло, что в эти трудные времена ее поддерживают талмарцы. Верно? Говорят, о, да, еще как. Так много важных людей со всего Скайрима. Не могу дождаться. Не смею задерживать. Не могу не согласиться. Надеюсь, кстати, вам кстати, вы не нравится. Слышали ничего интересного в последнее Эленвен время? Эленвен всегда устраивает пышные приемы. Я по своей воле ни одного не пропущу. Великая война в прошлом. Пора уже Империи и Альдмирскому Доминиону забыть о своих обидах. Процветание – благо для всех. Ты верно недавно в Скайриме, раз не знаешь, кто я такой. У меня есть доли во всех крупных компаниях Солитьюда. Я думаю, что пора уже забыть обиды прошлого и посеять семена мира и процветания между Империей и Альдмирским Доминионом. Вот я и помогаю, как могу. К тому же между нами это приносит мне кучу денег. Не все норды зациклены на силе, чести и владении оружием. Немногим дается природный дар делать деньги. Мои денежные вложения – моя сила, а богатство – мое оружие. Что же до чести, бывает роскошь, которую даже я не могу себе позволить. Ну, ах, какая красоточка, хоть и эльфийка. Эй, ты, служанка, как тебя зовут, крошка? Брелос, господин. Вы хотите выпить? Или, может быть, закусить? Нет-нет. Честно говоря, меня вовсе не это интересовало. Я просто хотел получше тебя рассмотреть. И мне нравится то, что я вижу. И поверь мне, я не каждый это говорю. Я вообще очень разборчив, когда дело доходит до женской фигуры. Спасибо, господин. Я что-то могу для вас сделать? О, не сейчас. Чуть позже. Не уходи далеко. Да, господин.